вот это стоит столько-то, а вот это столько-то, но по качеству, и все, понимаешь? То есть мы как бы в диалоге общаемся, вот что сейчас за хохлома получается. Спортсмены, здрасте. Спортсмены, всем здрасте. Ты мне ничего не говоришь, ты обычно говоришь. Мы пишем уже. Ты не понимаешь, что я делаю? Нет. Обычно ты говоришь. Спортсмены, всем здрасте. Дава сегодня у нас в гостях в очередной раз. Дава мастер купить какое-то Г, хуже ничего не придумать. Значит, вкратце, когда это было? Перед Новым годом девушка, нет, на Новый год. Да, Новый год. Девушка ему подарила подарочную карту. Да. Естественно, он не посоветовался, ничего. Аккуратно в WhatsApp, в чат скидывает. Вот я как бы купил фотографию. Вот он купил 2X Pro трусы. Топовые. Синенькие, он обычно все черное хочет, но это синенькие. А знаете почему? Потому что там других не было. Ну это ладно. За сколько ты их купил, внимание? 15600. Не слышу сейчас вот. 15600. 15600. 15600 рублей. 2X Pro. Трусишки. Откатал ты в них по льдам, если мы посчитаем, ну 6-7. Ну не больше 6, мне кажется. 6 льдов. 6 льдов. Что мы... получаем. Вроде все хорошо, да не очень. Тарам-парам-пам, бахрома. Вот такую вот херню. Вот посмотрите. В раздевалке, естественно, стали ребята все говорить, что это шило, что это шляпа, зачем ты это сделал. Что ты сказал, что это... Самые лучшие трусы какие-то. Нет, а от чего вот это? От бортика. Я думал, что это от бортика, да. От бортика, что он зацепился за бортик. За какой бортик? Как можно? Потом я думаю, что это вот от этой херни. А второй вариант от этой липучки. То есть здесь нету, а здесь есть. Так, еще варианты накидывай. Вариантов больше нет. Вариантов больше нет, потому что это полное говно. Короче, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что сейчас лепят полный шлак. Вот такое вот качество за 14... За 15? 15600. Тысяч рублей вы получаете вот такое качество. Там я Дашу мы попросим, чтобы она вот это подсняла, чтобы прям вы видели. 6 льдов, и вы получаете вот такую бахрому. И я, к сожалению, не успел взять свои трусы, которые древних лет, там мамонты еще тогда жили, им невероятно сколько лет. Они мне просто отслужили верой и правдой. На них такой порнухи нету. Они гораздо живее. Вот. У нас спор произошел, значит, Дава уверен, ты не молчи, ты вот как в раздевалке, пена изо рта, кричи, что это все нормально. Я считаю, сейчас качество упало вообще в пол вниз, делают сезон полтора-два, это любителям. И потом это на помойку, либо зашиваю бабушке Вале. Вот, ну шить тут можно бесконечно, тут даже если вы посмотрите, вот эта прозрачная ткань, она просто, я не знаю, она тут сама порвется, наверное, от любого, не то что пореза конька, пару раз ты упал, и она порвется. Короче, делают сейчас говно. Евгений подключается в наш монолог. Не диалог, а монолог. Жека, покажи, что такое трусы хорошего качества. А самое-самое-то главное, какая цена? Привет, спортсмены. Ну, я вам кое-что принес, да. Я не знаю, что вы тут спорите, о чем вы спорите. О трусишках. Если Дава считает, что это трусы, на, держи. Хоккейные, топовые трусы, тогда вот посмотри вот сюда. Пошла вот жара. Я принес, у нас в магазине продаются вот такие простоковские труселя. Если тебе что-то говорит словосочетание, да, просток. Ничего не говорит. Это экипировка, которая делается под профессиональных хоккеистов. Не ритейл вещи, которые продаются, висят в магазинах, вот эти тряпки. Мада из чина. А настоящая вещь, которая действительно износостойкая, которая рассчитана на большие нагрузки. Это профессиональная защита. Вот эти трусы в нашем магазине стоят 12 тысяч рублей, которые привезены из Америки. 12 тысяч рублей! Ты покупаешь за 15600 вот это, но для меня это, честно говоря, страшно. Знаешь, есть такое выражение, испанский стыд. Это вот сюда очень сильно подходит. Я не знаю, надо его посмотреть, а я пока расскажу то, что мне хотелось сказать об этих 2X Pro. Эдгар, у нас перед Новым годом также человек заказывал 2X коньки, о, коньки, господи, трусы. Трусы, да. Помнишь? Первый раз я увидел... Ну ты их взял, я помню, вот так вот он взял. Я, честно говоря, был в шоке от того, что такое 2X,
Но и топовые 2X Pro недалеко ушли. Я был свидетелем однажды, как человек на льду, на моих глазах, выбегая на лед с лавки, зацепился за калитку и порвал себе всю жопу. Отсюда и вот до сюда. Подожди, трусы порвал или? Вот, вот эту сетку, про которую ты сейчас говорил. Про жопу услышал. Но я думаю, что и у него тоже что-то порвалось после этого случая. Вот эту сетку, про которую ты сказал, просто вот, вот, вот так вот разошлась. Но... Ты понимаешь, да, что это не подлежит вообще никакому бабушка ремонту? Бабушка Валя, сделай. Ну, как бы это... Я не знаю, как, какой топ. Какой топ? Это, ну, я не знаю, как назвать. Опять же, первое, что бросается в глаза, плавник. Это не плавник. Это вот подушка бабушкина для иголочек. Знаете, вот такая. Вот это иголочки втыкают для бабушки. Что это? Топовые трусы. Всегда был Кёрфл Бауэра здесь. Вот это что за халтура просто? Что вот это? Вот эта надпись. Вот просто посмотрите качество исполнения вот этого принта. Это, ну, это Алиэкспресс. Так, а сейчас и скажут, что это с Алиэкспресса ты взял. Не, что взял. Внимание, произошла утечка. Внимание. Ты в хоккейном магазине взял, не говори в каком, ну, понятно, что это не с Алиэкспресса, не еще откуда-то. Вот, но вот такое сейчас туда. Качество. Такое ощущение, что оттуда. Такое сейчас качество, и ничего тут не поделать. Все, с этим, я думаю, много говорить. Я не хочу, на самом деле, да, даже давай, держать в руках, блядь, это просто неприятно. Это чисто для Давы, пусть катается, играет. Кстати, у нас через... Сейчас выход на лед игра, чуть подснимем Даву на льду в них, какие они красивые смотрятся. А сейчас мы поговорим о защите. Пару слов расскажи, покажи. Ну давай сравним. Слушай, даже. Слушай, ну вот... на самом деле тут говорить особо нечего. Кто знает, что такое просток, тот понимает прекрасно, о чем это. Не, ну нас же смотрят кто... и начинающие, которые, ну, знать действительно не знают. И думают, ну типа, вот, а в чем разница? Конечно, тут на камеру сложно что-то показать и рассказать, да, чем отличается. Это просто... Они тяжелее. Они определенно тяжелее. Они тяжелее, это сразу можно сказать. Кто гонится за весом, конечно же, вот эти вот просто, тряпка, она легче. Разница в чем? Если сравнивать вот те и эти, все, что есть там, это, наверное, в квадрате. То есть в два, а то может быть и больше раза. Серьезнее защита на бедрах, впереди, сзади. Сзади, что мало, немаловажно, а вот сзади редко у кого встретишь, чтобы присутствовала также здесь защита. Плавник, он, конечно, здесь специфический на этой модели, да, можно сказать, что он есть просто номинально, зато, опять же, поясница мощнее в 2-3 раза. Вообще, вот это надо действительно руками трогать, поясница прямо здесь, вот у меня проблемы с поясницей, для меня вообще идеальный вариант, просто идеальный. Ну а самое главное, по сути, это сам материал, так называемая тряпка. Вот это не протрется никогда в жизни. Вот, 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 вот. Опять же, мы не увидим, ну, может, камера, конечно, передаст, но тряпка здесь и тряпка там, материал, вообще небо и земля. Разница огромная. Тут торчит. Просто можно... Но у нее уже делать? Ниточка торчит, и она изначально торчит, потому что это бахрома, хохлома за 15600 рублей. Ладно бы было бы, там они по пятерке продавались, ну, типа, купил, поиграл, раз там поменял, следующий взял. 15600, вынь да положь. Это самое-то и обидное, то есть это просто, это на дурака, это обман, это хуже, чем на персточнике в 90-х. Это вот что-то из этой серии, то есть нам рассказывают, что это топовые трусы, ну посмотри, вот возьми, вот эти топовые трусы, вот это защита живота, да? Что, это защита, вот это защита живота. Ну да. Тебе прилетает пером в живот, и что, какая это защита? Больно будет. На топовых трусах. Давай. Ну, то есть это просто какой-то развод на ровном месте. А слушай, а тебя-то пару слов, ты стоишь как этот самый, как рыба об лед. Зачем ты их взял? По каким критериям? Объясни просто, вот почему. Все просто, мне подарили сертификат на пятнашку, хотел самые крутые трусы, купил эти. А, то есть ты пошел изначально в магазин за самыми крутыми? Ну, конечно. Посмотрел по цене, да, взял вот это вот дорогие. Говно, вот это говно взял, да. Не посоветовавшись, нет. И в WhatsApp скинул фотку, я купил, правильно? Так и было, сними его, как он ржет. Ну, хорошо, а теперь вот это вот у тебя, то, что происходит, то, что ты говоришь якобы о борт, еще обо что-то, как ты это видишь? Это 6 льдов. Сейчас ты покатаешься 2-3 месяца, что с ними будет, как ты думаешь? Ну, я думаю, надо укрепить. Укрепить. Хорошо, то есть, ну... Укрепить веру. Укрепить. Вот разве что тебе поможет. Через 2-3 месяца мы, наверное, если ребята, подписчики наши напишут, что давайте продолжайте топить, мы через 2-3 месяца еще снимем, там, если что-то от них останется. Топовая защита. Вот. И как бы так.
что, подводим итог. Есть у нас трусы в магазине за 12 тысяч ТЦМ. Кому, кстати, надо, обращайтесь, пишите. Такие вещи, настолько они одни, вот зашли буквально недавно, их со Штатов привезли. Офигенные. Офигенная защита, офигенная ткань, нигде не торчат нитки и так далее. Вот, от вас мы ждем, изначально почему спор получился там, сейчас просто много хоккеистов, у меня вот в команде, там, которые все знают, они в интернете начитаются, то есть говорят, да, это там от бортика, да, так должно быть. От вас комментарий должно, не должно, от вас комментарий за 1500 нормально, не нормально вот такое качество получать. Ну и вообще пару слов о сегодняшнем выпуске. Играй в хоккей. Ну, чё молчим? Хоккей для всех! Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».